Нихуя, тут графон. Я сам охуел, когда зашел. Какой графон, ребят? Ну да, это самое главное. Графон! Чё там? По сравнению с армой, блядь, графон я ебал. Еще раз, что там в сравнении с армой? По сравнению с армой, графон тут я ебал. А, ну да. Что, есть места? Есть места, садись. Не, ну игра вообще по пизде, чем армой, наверное, больше. Так, Андрей, хотя техник, конечно. А, блин, а как сесть, ребят? Походу места закончились. Пацаны, найди с ней, чё вы отстали, давайте за нами допитим. Мы вообще тупили долго, не могли понять, как технику сесть. Да там нужно особенного человечка. Даже так, да. Да, просто так там не сядешь, если под двигателя. Отлично, докатили. Я домики накрыл. А, все, пошли, погнали. И домик, вот он, пацаны, вы куда попёрли-то? Вот, сюда и надо. Братюня, ПНГ, ты куда? Я пойду по разведу шандачу. А, ну давай. О, пиздата. Что ты там взяли? Гоу, гайс. Следующая точка Нива. Давайте на Ниву. Пешочком. Так, давайте в следующий домик. Это сюда Да вот он. Бедный. А. Это Азимут, если что, говорите. Окей. Окей. Ладно, идемте понемножку на второй кучек. Пойдемте. Следующая точка довольно-таки далеко, мне кажется, надо бы проехаться. Ну, ПНГ, мы уже сидим в Дэри, давай прыгай. Отлично, ПНГ. Он, видать, не наш. Так, 2-2 тела в домик срочно. Ко мне, раз-два. Опа, отлично. Все, это наша база. Какого цвета форма у них? Черная, темная такая, как у негров. Короче, обороняем солонинки. По домам разойдитесь и за окнами смотрите. 0,50. Там контакт был за домом, ребят, его убили? На 0,50 в доме нет, не убили, он живой еще. Понял. Обходит, видно, двигается. Ребята, к нам в Солонинке машина едет вражеская. Опять же со стороны 0,50. Жигуль к вам едет в Солонинке. Где дом, гаснет, убежит там, у забора гуси. К Жигулю лезет, 0,60. Хочет тачку сесть и уехать. Надымил, сука, там.
точно не знаю, как бы. Очень интересно занятие. Советы. Ползет, ползет, вижу среди. Короче, 108, 108. На 108 стрельба. На 0.30 еще есть человек. Он в траве сидит. Еще раз, 0.30? Да, нашего убил. Ага, понятно. Точнее, даже не сидит, он лежит там. Фиг сидишь. Мы туда еще с гранатами кинем. Медик видел тебя, пробежал сюда в зон. За камнем лежит на 0.40. Чуть дальше, если от нас пройти на 0.40, тут камень и вижу, лежит, сука. Я его тоже видал. Сейчас потом отказываться. Зашевелился. Накрыл гранатой, но он все равно живой. Тяжелое орудие какое-то. Давай. Минус один. Медведь, что там? Видишь кого, не? Там на камнях где-то есть. На камнях две бочки, около них много лазит. Я нашел тут нахуй пикапчик. Понятно. С пулеметом, ребята, я сейчас приеду. Давай, приезжай. Давай, давай. Давай, приезжай. А чё, как садиться в это говно? На кнопку F. Чё-то хуй. А где ты? Не вижу. Ребят, идут на нас, 0.12. Дохуя народу. Пипец, я увидел и херел. Да, я уже оценил. Пять человек идет. Пять человек. Гуськом, блядь. В БТР есть кто-нибудь наш? Нет, стой. Ну если двигается, вали его. Там никого нет. Быть не должно. Не-не-не. Бля, стелят где-то нахуй. С 0.05 стелят где-то. Да-да-да, вот оттуда где-то. Вижу, по холму бежит один. А второй в траве ползет, сука. Убит, кажется. По холму ползет на 352, ребята. И там еще один, их двое. Медведь, заходи, сбоку. Все, понял, сейчас попробуем. Медведь сбоку заходи. Все, отлично, медведь его убил. Убрал. Дэн 43 рус, убрал его, все отлично. Это что было? Такой долбоёб, как я, в сторону радиостанции пошел. Да я с другим отрядом показался просто.